Здорово всем, друзья, с вами опять Колян. Я все еще на работке. Лига чемпионов. Бенфика против Ливерпуля. 5 число, 22:00. Победитель этой пары будет играть в 1-2 с победителем пары Вильяреал Бавария. И очень большая вероятность того, что мы уже увидим суперматч в полуфинале между Ливерпулем и Баварией. На Ливерпуль нам дают 1.39, букмекеры на Баварию, на Бенфику дают там порядка 8. Бенфика проиграла Браге в последнем матче чемпионата со счетом 3-2, Ливерпуль обыграл Уотфорд, но чемпионаты сейчас отставим, сейчас у нас Лига чемпионов, это первый матч. Ну, само собой, понятное дело, Ливерпуль здесь явный фаворит, но как думаете вы, за кого вы? Ливерпуль или Бенфика? Пишите в комментах, друзья, ставьте лайкосики, подписывайтесь на каналчики. Будут не только прогнозики, а и всякие интересные видюшечки с моего нового места работы. Тут много чего интересного. В общем, Бенфика-Ливерпуль. Тотал больше 2.5 за 1.66, думаю, самый оптимальный вариант. Также, думаю, можно попробовать индивидуальный тотал Ливерпуля больше 2 за 1.78. А такие мысли, ну а вы свои мысли пишите в комментах. Пока.